Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» отметил свое десятилетие. В честь этого события в спортивном комплексе на улице генерала Хлебникова собрались воспитанники и инструкторы, чтобы подвести итоги работы. Отличившимся спортсменам и педагогам вручили благодарности. В числе лучших оказалась и Алла Дайнека, мастер спорта СССР по гандболу. У нас организована очень хорошая команда по гандболу. Гандбол, который более 30 лет не был здесь, в Иваново, с моим появлением в этом городе стал развиваться. И одна из первых заслуг наших ребят. Мы в этом году стали чемпионами Лиги дворовых чемпионов. Это самое крупное соревнование нашего клуба «Восток». И стали обладателями Кубка главы города. Клуб «Восток» был создан в 2004 году и начинался с нескольких инструкторов, которые с большим энтузиазмом были готовы работать с дворовой детворой в самых стесненных условиях. Не было ни подходящих спортивных площадок, ни закрытых помещений для тренировок. Теперь различные соревнования для команд, сформированных из числа дворовой молодежи, проводятся в течение всего года. Сегодня мы можем сказать, что на базе клуба уже 50-47, если быть точным, спортивных площадок, 78 отдельно стоящего оборудования, 6 помещений, в которых проходят занятия, и 26 инструкторов, которые эти занятия проводят. То есть мы видим, как разрастается клуб, как он растет, как он действительно важен и нужен для нашего города, как он следит за спортивной инфраструктурой по месту жительства и с какой отдачей работают инструкторы на спортивных площадках. По расположению спортивных объектов клуб «Восток» охватывает и центр города, и самые отдаленные его районы, такие как Митрофаново, Горино, Лесное, поселок Дальний. Инструкторы уверены, что дворовый спорт надо развивать не только в Иванове, но и в других городах области. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.